Всем привет! Хочу сегодня рассказать о проблеме, с которой я столкнулся. Это iPhone 8 и криво установлена камера или что, не знаю. То есть завален горизонт. Сейчас я вам это продемонстрирую. И обращайте внимание при покупке этого смартфона. Смотрите, если я ставлю смартфон на стол, на ровную поверхность, видите, по линии, по сетке, как завален горизонт. Это я вообще заметил, снимая несколько дней на отдыхе на iPhone 8 и на такой вот Steadicam GM Smooth Q модель. И заметил, что постоянно у меня очень сильно сбивается горизонт. Попробовал, поставил свой смартфон старый Sony, и такой проблемы не было. Затем пробовал снимать на iPhone с рук, и фото, видео, по ощущениям держу смартфон ровно, но линия вот завалена очень сильно. То же самое, смотрите, когда я ставлю смартфон в вертикальной ориентации. По сетке, видите, по плитке, что происходит? Опа. Мне приходится вот так вот подкрутить смартфон. Видите, он стоит на косой теперь. Так ровно стоит. В общем, обращайте внимание при покупке 8-го смартфона. Это 8-й айфончик, чтобы все видели, вот в цвете gold, блестящая поверхность, стекло. Даже если без чехла ставлю, я думал, дело в чехле, может быть. Нифига, даже без чехла такая шляпа.